А в Москве на 55-м году жизни скончался певец Евгений Осин. Официальная причина смерти не названа, но известно, что у него были проблемы со здоровьем. По-настоящему знаменитым Осин стал в 90-е. «Плачет девушка в автомате» – эта песня до сих пор популярна. Кстати, она написана на стихи Андрея Вознесенского. Плачет девушка в автомате, путаясь в зябкое пальтецо, вся в слезах и в губной помаде, перепачканное лицо. Он с ним выходил весь день на связь, и сестра звонила, я звонил. Сестра доехала до него и сообщила, родная сестра его сообщила, что Евгений умер. Был хорошим певцом, талантливым. Мы с ним больше 15 лет проработали, и не только работали, а и дружили, и были единой целой.